Здравствуйте. Ежедневно каждый из нас встречается с необходимостью решать самые разные психологические задачи и ситуации. И сегодня я расскажу об одной из них и дам практические рекомендации по ее решению. Надеюсь, они вам помогут. Сегодня поговорим еще об одном доступном ресурсе, помогающем регулировать свое настроение и поведение. Это психология цвета. У нас в Югре долгая зима, и мы ограничены природой в проявлениях цветовой гаммы. Но мы можем сами разнообразить свою жизнь. Исследования психологии цвета подтверждают, что цвета могут вызывать разнообразные эмоциональные реакции. Любой цвет в природе оказывает уникальное воздействие на поведение человека и его психику, основываясь на ассоциациях и эмоциональных реакциях, которые они вызывают. Красный. Этот яркий цвет стимулирует внимание и энергию. Он может повышать адреналин и энергию в организме. Это может способствовать увеличению активности и физической выносливости, но также может вызвать и нервозность, раздражение, особенно в больших дозах. Оранжевый цвет ассоциируется с радостью и теплотой. Он может поднимать настроение, стимулировать общение и содействовать бодрствованию. Этот цвет также может повышать аппетит, что делает его популярным в ресторанах. Желтый цвет символизирует солнце и радость. Он может стимулировать оптимизм, улучшает настроение и способствует креативности. Однако слишком яркий желтый цвет может вызывать тревожность. Зеленый цвет связан с природой, спокойствием. Он может снижать стресс, помогать расслабляться и улучшать концентрацию. Зеленый также ассоциируется с обновлением и ростом, что делает его популярным выбором для обстановки, где важна гармония и умиротворение. Голубой цвет вызывает ощущение спокойствия и свежести. Он может снижать агрессию, снижать пульс и давление, способствовать расслаблению и улучшению сна. Голубой также ассоциируется с надежностью и лояльностью. Синий цвет символизирует стабильность и доверие. Он может способствовать концентрации умственной ясности. Синий также может снижать аппетит, что может быть полезно для контроля диеты и поддержания здорового образа жизни. Фиолетовый ассоциируется с роскошью и творчеством. Этот цвет может стимулировать воображение и интеллект, а также помогать снять стресс и напряжение. Он может способствовать внутренней гармонии и размышлению. Розовый цвет ассоциируется с нежностью, с любовью. Он может способствовать расслаблению и снижению стресса, а также вызывать чувство умиротворения, защищенности. Коричневый символизирует землю, стабильность. Он может создавать ощущение уюта и надежности, а также способствовать рационализации и практичности. Черный цвет ассоциируется с тайной силой. Он может создавать ощущение элегантности, роскоши, но также может вызывать ощущение грусти или тяжести. Этот цвет может использоваться для создания контрастов и акцентов. Каждый из этих цветов имеет свои уникальные характеристики, которые могут влиять на наше поведение и психику в различных ситуациях. Пользуйтесь цветами себе на благо, живите здесь и сейчас и помните, что счастливо жить можно каждому.